А я сомневаюсь. В чем сомневаешься? Ну, это магнит же обычный. Он сказал, ты косарь отдал баксов. За что? Вот за это. $1000 за магнит? Ну, его обманули, но его же обманули, не меня в Пакистане. Мне он дорог как подарок другу. Я же просто выясняю, друга обманули в Пакистане или нет. Где-то же его в Пакистане на косарь баков побули. А вот эти две штуки магнит? Ну, есть у человека деньги, они их как там, ну, есть возможность, это их невозможности. А мои подарки мне дороги. Я просто его обманул или нет? Ты шутишь, что ли? Нет, почему? Интересуюсь. Это обычный магнит. Ну, 100%. 100%. Что вот он из Пакистана, в Пакистане его обманули на $1000. Вот, притянуло там что-то. У меня где-то еще валяются такие. Может, не хочешь долларов по 100 или нет? Нет, похож. Копии, но я же к эксперту, а не к любителю. Точно магнит? Да, магнит притягивает. 100%. Ну, похож, да, на 1000. Просто я-то из других. Есть редкоземельные сплавы и нанотехнологии. Нанотехнологии? Видишь, как? Вот, смотри, как притягивается. Ну нет. Дай одну покажи. Не-не-не. Смотри, смотри, как крутится. Не-не-не, вот я про что и говорю. Ага. Тут что-то не так, смотри. Чудо-магнит, короче. Компас? Да, слушай. Показывает на удачу, да? Не, я не знаю. Все. Ты знаешь, что он... Вот с таким вопросом первый раз в жизни ко мне обратились, блядь, это магнит или не магнит? Плюс или минус, да? Нет, к металлу, допустим, да, вот алюминий, да, не магнит. Ну, алюминий не магнитится, потому что... По всем признакам ведет себя как магнит, но не магнит. Я тебя поздравляю. Это разработки. Нанотехнологии. Да нет. Космические. Вот. Ну они же.